все рады, то, что победили. Игра за 4 очка была с Адмиралом. В таблице рядом идем. В принципе, сегодня картинка более-менее была похожа, да, на то, что мы хотим видеть. И в третьем периоде нужно было также продолжать играть, да, и не отдавать инициативу. Нужно, знаете, подработать еще. Как удалось отойти от такого тяжелого поражения в прошлом матче? Как настраивались на сегодняшнюю игру? В первую очередь перед болельщиками хотелось, да, отыграться за то, за те два поражения. И очень нужная победа сегодня, опять же повторюсь. Все были заряжены. В принципе, никого настраивать не нужно было. Опять же повторюсь, игра за 4 очка была.